В этом мире есть волки и есть овцы. А вы всего лишь два усталых странника, сбившихся с пути. Поэтому сейчас мы вас окрестим водой. Я как-то больше за крещение огнем. Как скажешь. Запишись в мою школу бойцов и стань зверем. Вот этому он хочет посвятить всю свою жизнь. Точно. Еще раз, юноша в одних трусах с особенностями развития, видевший мир только по телеку, сбежал у вас из-под носа, и он вам дорог? Очень. Тогда найдите и верните его. Чего ты за мной увязался? Может, ты станешь моим настоящим другом? Будем скитаться и оттягиваться, зависать по полной. Твоя бойцовская школа в Эдоне? Да. Пока мы на этой дороге, нам по пути. Я тебя подброшу. Я ищу пропавшего человека. Вы его не видели? Да ты везунчик. Видел твою подругу, Эленор. Похоже, мы оба убегаем. Oh, yeah! Молодцом. Правило первое – не отставать. Правило второе – я главный. Какое первое правило? Тусить по полной? Нет, не тусить. Давай! Давай! Зак, ты ведешь наивного ребенка черт знает куда. Все ясно. Пока ты перекладывала бумажки, мы познавали жизнь. Ну, Тайлер, я подарю тебе все мои желания на день рождения. Я дал слово, что отвезу его в бойцовскую школу. Ты правда верил, что мы отправимся да. в круиз да, на плоту? Да, я понимаю. Эй, Эленор, не хочу домой! И долго нам плыть? Примерно столько. Это что, на карте мира? Так. Настала пора возвращаться. Мы можем стать семьей. Друзья, это семья, которую ты выбираешь. У каждого рестлера есть псевдоним. Давай, выбирай. Арахисовый сокол! Арахисовый сокол. В кино с 24 октября.